Остров Ноя. Мы оказались в ловушке из снега и льда у Южного полюса. И я совсем упал духом. Это моя вина. Мысгорн должен был нам открыть кратчайший путь к Диамантине. Но чудовищные моря затопили нашу огненную чашу, и драгоценная энергия не находила выхода из-под толстой корки лавы. Неудивительно, что звери потеряли ко мне доверие. До добрый день. Все знают, для чего мы здесь собрались. Было решено провести выборы на должность капитанского. Как председатель избирательной комиссии, я прошу прощения, лицо совершенно беспристрастное. Те, кто хочет проголосовать за Ноя, который скорее, чем кто-либо другой, вытащит нас из беды, пожалуйста, выразите свое мнение лаем, визгом, ревом и другим естественным для вас способом. Кого еще? Ноя! Ноя! Только его! Правильно! А теперь голосуйте те, кто предпочитает выбрать, извините, обезьяну с весьма неуравновешенным характером. В качестве капитанского у нас обязательно проведет Гевили. Пожалуйста, ваше мнение. Итак, прошу прощения, Ной вновь избран на должность капитанского. Ура! Ура! Ной капитан! Ёлки, что за медведь? Ой, Рокко, тебя-то я и хотела видеть. У нас с мамонтом Боди есть для тебя важное сообщение. Моя невеста и я... Правильно. Мы бы пошли за честь, если бы ты, Рокко, исполнил роль вожака хоботоносов и совершил над нами обряд бракосочетания. Я? Ну, я даже не знаю. А почему не Ной или моргающий Рек? Потому что ты испытал любовь. О, да. Моя... Хэтти. Никогда я ее больше не увижу. Хорошо, я совершу обряд. Знаешь, мамонт Боди, он мне напомнил моего отца. Что вам, зверьё, от меня надо? Мрек, моншер, ты самый-самый. Я увидела тебя на выборах. Тогда рухнули все твои надежды, но ты для меня стал образцом мужества. Да? А что ты хочешь? Разведи огонь, Рек. Пожалуйста. А, вот оно что! Рек не достоин стать капитаном, не-не, потому что он обезьяна. Но использовать его высокий интеллект, чтобы добыть огонь, это пожалуйста. Рек, дружище, где же огонь? Никакого огня нет и не будет. Я совсем заболеваю от холода. Ну же, Рек, разведи для нас огонь. Мы превратились в замороженных цыплят. Ты, наверное, тоже продрог. Ну, хорошо. Но только если Вови меня облизет и назовет дорогим пупсиком. Я бы согласилась. Хорошо, ты тоже можешь. О, мой дорогой пупсик. Thank you.
Правильно, детка. Это морж, несущийся со скоростью 100 миль в час. А это, прошу прощения, представитель носорогов. То, что ты сейчас перед собой видишь, возможно, напомнит тебе о раннем детстве. Это яйцо. Кто знает, как оно оказалось замурованным в лед, вероятно, сотни лет назад. Впрочем, это не так уж и важно. Яйцо. Это наше яйцо. Я решительно настаиваю на том, елки, извините, чтоб ты его вернул нам. Ну и разыскивал вас обоих. Это касается отца малыша. Он летит на поиски великого кита и, возможно, не вернется назад. Левое хвостовое вспомогательное оперение. Врубаю. Правое хвостовое вспомогательное оперение. Врубаю. Если великого кита найти можно, Хим его найдет. Но я почему-то уверен, что мы вряд ли еще когда-нибудь увидим Хима. Великий кит нас может выручить. Ой, бабочка моя, баба. Ты не просто храбрейший, Гриф, ты лучший из нас. Я тоже так считаю. Ты чудесный представитель пернатых. Я буду любить тебя всегда. Я лечу на задание, сынок. И, возможно, не вернусь. Как бы не отзывались о нас, гордись тем, что ты Гриф. И никогда не пытайся съесть целого буйвола сам. Понял? Детка, забудь о своих тревогах и задумайся о прелестях великого небытия. Ёлки-палки, а? Метеоритный дождь! Вот в такой же звездопад, извините, наш бедный огненный шарик вдохнул жизнь в остров Ноя. Эй, ты следишь? За ходом моих мыслей. Капитанский! Капитанский! У нас тут с малышом, елки-палки. Прошу прощения, родилась одна идея. О, мы такое придумали, капитанский. Это решение всех наших проблем. Звездопад. Помню, в Канаде, тогда я был еще медвежонком, мы переходили по замерзшему озеру и наблюдали это явление. А разве огненный шар не такой же упавший метеорит, а? Если бы нам удалось найти хоть одну звезду, и мы бы ее соединили с нашим огненным шаром, он бы вспыхнул с новой силой, а? Какое блестящее предложение, Саша, но непригодное. Не, ну общее представление сложилось, елки-палки, не так ли? Да, сложилось.
Елки-палки. Что это? Что? А, это? Это как раз упавшая звезда врезалась в вершину ледника. Смотри, капитанский, метеорит. А? Как мы с малышом и предсказывали. Вижу. Но, кажется, начинается вьюга. Мы не успеем добраться до вершины. Капитанский, у нас серьезное дело. Нам некогда заниматься спортом. Я рою нору. А это еще зачем? Чтобы укрыться от вьюги. Какой вьюги? Сказал Джаспер. На горе еще один огненный шар? Не говори глупостей. Ты что, опять ел снежки? Это не пингвин, а какое-то ископаемое. Это же Дудар. Ну где же Ной? Ведь он мой шафер. Это невыносимо. А почему бы вам не дождаться утра? К тому времени Ной вернется. Я не собираюсь ждать ни минуты дольше. Рокко, надевай хобот. А никак нельзя без этой дурацкой штуки. Как же ты тогда совершишь бракосочетание? Вожак не может быть без хобота. Ну хорошо, хорошо. Я нацеплю этот твой чертов хобот. Ты выглядишь как картинка. Рек, шафером будешь ты. Я не смогу. Я не знаю как. Тебе надо будет только дуть в рог по моей команде. Это другое дело. Рокко, начинай речь, как я тебя учила. Ладно. Я Рокко, вожак хвотоносых. Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы навеки соединить узами брака этих мамонтов. Соломея и мамонт Боди, пожалуйста, сцепитесь вашими хоботами. Со времен сотворения мира и до сегодняшнего дня стоит двум
мамонта почувствовать то, что испытывают друг другу эта парочка вонючих. Хватит нести от себя тяну. Прости. Почувствовать то, что испытывают друг другу эти двое, как они непременно... Какая красивая церемония. Я этого не вынесу. Ты права. Я тоже. И в счастливых и вонючих предках. Рока! А? Ах, да. Любите друг друга от хобота до бивня и навсегда сохраните верность. И так далее, и тому подобное. Дальше я забыл. Достаточно. А теперь мы все дружно будем ходить по кругу и трубить в течение 3 часа. Этого момента я слишком долго ждал. Я люблю тебя, Соломея. А я люблю тебя, мамонт Боди, дурень ты старый. Я не нахожу в этом никакой романтики. Ты не ошибся. Это действительно метеорит. Если бы удалось направить его в огненную чашу, он бы прожег корку лавы и освободил энергию огненного шара. Я в этом уверен. Но как это Саша, ты у нас гений. И ты тоже. Надеюсь, твой отец выживет. Пришлось начать без тебя. Надеюсь, ты не против? Ну что ты, нет. Теперь, когда Ной здесь, мы должны повторить церемонию с самого начала. Все займите свои места. Рек, отдай Ной урок. Ты говорил, что она никогда не станет моей женою, а она ею стала. Между прочим, мы привели огненный шар в действие. Ной, труби скорее в рог.
елки-палки, я видел изображение птицы, похожей на эту, и с таким же оперением на цирковых вагончиках. Он вылупился из твоего яйца. Это самый настоящий дудар. Что? Дудар? Это Дудо. Простите, вот кто. Капитанский, мы с малышом спасли Дудо. Это вымершие ископаемые. Значит, Дудо в самом деле? Продолжайте дудеть, ребята. Обожаю шум. Начали, друзья. Все идут по кругу и трубят. Обещаю вам, мы обязательно доберемся до Диамантины. Носорог, Неп, Джаспер, пошли к огненной чаше!